Мы продолжаем с вами изучать законы субботы по порядку Шульхан-Аруха. И следующая глава, Шин Хавдалет в Шульхан-Арухе, она обсуждает приготовление, то, что можно делать для животного в субботу. То есть, разумеется, ломать шаббат нельзя, ничего, что запрещено в субботу, не разрешено ради животного, это понятно. Но вопрос, и даже из того, что можно делать, да, и когда никакой работы здесь нет, все равно не факт, что и когда можно делать для животного. Но вот в общем принцип такой, что если у человека свое животное, как говорится, мизунотав алав, ему нужно его кормить, своего попугая или своей рыбы в аквариуме, то он имеет право это делать и в шаббат, подкидывать им корм. И да, это не считается, что тирха просто так, потому что эти животные на нем, так сказать, обязанности их кормить. Это общий принцип, останавливаться на деталях я не буду, потому что мало у кого сегодня есть животные, и там вопросы достаточно простые, и если нужно, человек спросит у раввина. А вот дальше глава Шинхафхей, здесь опять Шулхан Арух обсуждает законы, что можно или нельзя просить нееврея сделать шаббат. Это очень сложные законы, они в Шулхан Арухе в разных местах, как я уже рассказывал. Есть в Шулхан Арухе в самом начале разные законы, связанные с тем, как оставляет человек, допустим, еще до субботы, в прачечной нееврейской или там у сапожника нееврейского починить ботинки, когда можно, когда нельзя, в каких ситуациях, да, и разные партнерства с неевреем, да, если общий, там, допустим, общая бензоколонка, общий отель, телефонная компания в наше время, да, есть много разных сложных ситуаций. А потом немножко Шухонарух в главах Шинвав, по-моему, в 310 главе, извиняюсь, в 306 главе, обсуждал законы просьбы что-то сделать нееврея. И, наконец, вот здесь, в Шинхафалов, это, наверное, самая длинная из всех глав, которые занимаются этим вопросом. И я сначала немножко суммирую разные общие законы о просьбе нееврея, которые, кстати, некоторые взяты еще позже в Шулхан-Арухе, они в разных местах еще встречаются. Потом будем, наверное, несколько уроков делать Бенедер из книги Нишмат Шаббат с конкретными примерами, потому что примеры Шулхан Аруха, они как раз мало к нам относятся сегодня, а из современных примеров есть немало интересных общих вопросов, чтобы человек хотя бы знал, где спросить. В деталях всегда хорошо спрашивать у раввина, конечно. Значит, общие принципы. Есть запрет просить нееврея что-то сделать в Шаббат. По большинству мнений это запрет только раввинский. Кстати, интересно, вот в нашей главе недельной как раз, в Эт-Ханан, когда обсуждается, да, 10 изречений, Асерет Адварим, Асерет Адиброт, то Тора говорит, чтобы Герха Ашер Бишаареха тоже отдыхал. Герха – это чужестранец, да, казалось бы, имеется в виду не еврей, который в иудаизм не переходил, потому что, во-первых, если имеется в виду гер, который пришел в иудаизм, он и без того обязан соблюдать все заповеди, в том числе шаббат, конечно. На самом деле, Хазаль трактует, что хотя бы в некоторых местах, где Тора упоминает гер, может иметься в виду гер, который гер тошав, как говорится, чужестранец, который живет среди евреев. И тогда вопрос, что получается, это не запрет раввинов, запрет Торы, значит, просить не еврея сделать работу в шаббат. Так вот, ответ, что гер тошав, у него больший статус, чем у обычного нееврея. В действительности попросить Гертошава что-то сделать для нас в шаббат, это будет запрещено из Торы. Гертошав, мы не должны его загружать в субботу, даже если он сам не обязан соблюдать шаббат, но мы его не загружаем в субботу. Это наш национальный день отдыха, и когда неевреи живут в Израиле и принимают официально 7 заповедей, во время, когда юбилейный год существовал, да, это только в это время человек мог стать официально Гертошав, то действительно попросить его сделать работу в шаббат было бы запрещено по закону Торы. Но обычного нееврея просить делать что-то в субботу, это запрещено только раввинами. Но запрещено, как любой запрет, мало ли, есть много запретов, которые только раввинские, и мы обязаны их соблюдать, это не делает их намного мягче. Но в данном случае есть определенные послабления, которые сами раввины установили. Вот это все, что связано с роженицами там разными, с больными и так далее, детьми маленькими. Да, и мы сейчас не имеем в виду, когда есть опасность, когда опасности евреи должны все это делать, разумеется, обязанность человека спасать жизнь, и поэтому, если мамаш, роженица только что родила, да, в первые 7 дней, то ломают шаббаты евреи тоже ради нее.
Но мы сейчас говорим о случаях, когда она уже там больше прошло времени, когда они просто больные, да, в течение первого месяца, например, после родов, или маленькие дети, которым нужна, которые считаются тоже как больные, или просто больной человек. В общем, там определенно есть мягкость, и это будет отдельно обсуждаться, это совсем другие главы Шулхан Аруха, которые обсуждают случаи различных больных. Мы сейчас в это вдаваться не будем. Но там есть большие мягкости в отношении просьбы нееврея, и там и часто и еврей может делать что-то необычным образом, раввинские запреты и тому подобное, это все будет обсуждаться. Вот. Потом, есть еще некоторые мягкости, которые Шулхан Арух не приводит, но они по каким-то мнениям существуют. Например, амира да амира, если один нееврей просит другого нееврея, то есть ты не говоришь напрямую тому нееврею, которому нужно что-то сделать, есть какая-то мягкость. Но Шулхан Арух приводит одну мягкость, которая действительно существует ради мицвы. Что ради мицвы Шулхан Арух разрешает просить нееврея, но только сделать запрет раввинский. То есть двойная причина, да, что это, во-первых, должен быть раввинский именно запрет, а во-вторых, это должно быть ради мицвы. Но то, что запрещено Торой, даже ради мицвы нельзя. Получается, что если, например, зажигать электрический свет запрещено Торой, то невозможно будет попросить нееврея в субботу, если вылетел свет, даже если без этого человек не может заниматься Торой или не может нормально провести субботнюю трапезу в темноте, то все равно он не может просить нееврея сломать шаббат, зажечь свет, чтобы была такая возможность. Но если мы скажем, что включение электрического света только раввинский запрет, тогда может быть нееврея попросить в таких ситуациях. Вот. На самом деле, насчет включения тех видов света, которые не нагреваются вольфрамовая нить, может быть, это только раввинский запрет. По многим мнениям, да, наш сейчас самый более распространенный свет сейчас LED называется. Это какой-то газ, это даже лучше, чем флуоресцент, чем дневной свет, который был раньше, использовали. А теперь LED, он вообще может быть запрет только раввинский, и поэтому есть место разрешить просить нееврея, когда это ради мицвы требуется. Конкретный пример мы будем позже приводить. И еще одна мягкость, которую приводит некоторые ахроним, это если не просишь напрямую, а констатируешь, просто говоришь, что вот так вот у меня ситуация, и нееврей сам поймет и сделает. Тогда, если человек напрямую не получает удовольствие, то есть мнение, что так можно. То есть получается, что если, скажем, темно, но не полностью темно, то есть полутемно, например, в синагоге остались совсем мало света, и тяжело молиться, но можно при таком свете, то, соответственно, сказать, если есть нееврей подходящий, сказать, вот, тяжело нам молиться, очень плохо видно, и нееврей сам догадается и включит свет, то так как напрямую ты удовольствие не получаешь, ты мог молиться и без его света, то тогда есть, значит, мягкости в этом. Или, например, выключить свет, если человек не может спать. Если он напрямую, опять же, не получает удовольствие, он просто сказал, что мне тяжело при свете. Тем более, что выключение света, скорее всего, только раввинский запрет. В общем, такие есть еще мягкости. Вообще, законы здесь очень запутанные и сложные, я только чуть-чуть касаюсь. Потом, если большой царь, то разрешили даже просить нееврея сделать что-то из Торы запрещенное. Например, в холодных странах они не могут целый день зимой сидеть, да, что вся суббота зимой, это будет просто одно сплошное несчастье. Представляете, люди сидят в шубах, закутанные в тулупах весь шаббат. Поэтому даже те, у кого нету маленьких детей, если есть маленькие дети или больные, то и без того можно просить нееврея сделать даже запреты Торы. Но если даже живут здоровые люди, допустим, мужчина один живет в хате, да, где-нибудь в Белоруссии, и наступила зима, он не обязан сидеть целый день в пальто и мучиться. Да? Тогда какой, такой большой царь Гадоль, то разрешили просить нееврея, и поэтому вот были вот эти шаббас-гои, так называемые, которые в Европе топили у евреев печки и так далее. Сегодня у нас все автоматическое, поэтому Барух Хашем это уже не требуется, но бывают случаи цары сегодня, когда можно разрешить попросить нееврея. Вот. Опять же, везде, где можно это сделать как-то не напрямую или подсказать, то это всегда лучше. Если нееврей что-то делает для себя, то вообще нет проблемы получать удовольствие, поэтому это генерирует тоже такое разрешение, такой хетер, что можно создать специальную ситуацию, чтобы нееврей что-то сделал для себя. Например, у меня темно на кухне, я предлагаю нееврею, слушай, хочешь стакан пива? Заходи. Он включит свет, достанет пиво, выпьет, а потом можно ему сказать, не выключай, до свидания. Вот, так он включил для себя, без сомнения, то тогда дальше я тоже могу наслаждаться этим светом, который он включил. Вот такие вот общие есть правила,
Один из интересных вопросов, которые современные мудрецы задают, вот мы сказали, что в случае, когда только раввинский запрет ради мицвы, еще там в каких-то ситуациях можно попросить нееврея его сделать. А можно ли специально сделать из запрета Торы запрет раввинов? Вот, например, попросить нееврея что-то сделать необычным образом. Да? Сказать ему, да, включи мне, например, свет, но локтем сделай это, пожалуйста. И в частности, если он в результате включит таки не локтем. Можно ли сказать, что в такой ситуации можно было попросить? Опять же, насчет наслаждения потом это другой вопрос, да, если не было вообще света, и он теперь будет делать что-то, что без света невозможно, то могут быть проблемы с получением удовольствия тоже. Но, по крайней мере, вот попросить что-то сделать, да, необычным образом, то есть раввины, которые мягкие с этим, считают, что можно так попросить. И в частности, тогда будет тоже хетер, если ты, например, не еврей, просишь что-то принести и просишь его не останавливаться. Если человек идет из одного дома в другой, не останавливаясь, то он только раввинский запрет ломает, когда несет что-то, по многим мнениям. Получается, что если ты не еврей попросил не останавливаться, даже он потом остановился перед светофором или еще по какой-то причине, то это уже не твоя проблема, ты его не просил останавливаться. Да? Принеси, пожалуйста, мне что-то из другого дома, даже если вокруг решит рабим, где носить нельзя из Торы, но он, если ты его просишь идти не останавливаться, то он, скорее всего, сломает только запрет раввинов, и значит, его просишь запрет дарабонан сломать ради мицвы, это уже можно, если эта вещь требуется очень в шаббат. Вот некоторые общие принципы, а как я сказал, конкретные законы мы с вами продолжим без раташем постепенно на следующих уроках. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк.